Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк и Тучка. Уга-буга, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Однако, всем здравствуйте. Наконец-то вышел классный пак на мега мощные бомбы. Называется G-Bombs 5. Если пятику, кушайте, приятного аппетита. А у нас тест мощных бомб. Погнали. Мы расставили там немножечко техники и будем пытаться ее уничтожить. Первая пошла у нас, называется 135 мм. Ого, нифига себе громко взрывается. Буду, ребята, очень быстро взрывать эти все бомбы, потому что их очень много. Ой, красиво, колесо отлетело немного там. Это была уже метка. Следующая 240 мм. Кстати, сейчас будет очень мощный взрыв, смотрите. Попробуй четко попасть в танк. Ой, красиво. Так, это у нас для того, чтобы собирать бомбы. О, ребята, вам это понравится. Досмотрите обязательно до конца, потому что в конце будет просто мясище, там мега взрывы. Ого. А, это мини-бомбочка была ядерная. Хорошо. Так, у нас еще есть Дэйви Крокет. Я так и не... А, это дуло. А это что? Кто это? Там баночка. Ой. Консервная. Нифига себе. Это просроченная, что ли? Да. Что так взрывается мощно? Так, я так и не понял. Это для того, чтобы, наверное, выстреливать бомбой. Ага, да. А, ну это что у нас? Кидай их немножко криво. О, хорош, хорош. А ну-ка, давайте эту. Надеюсь, мы не умрем, потому что даже то, что мы включили бессмертие, это так не работает. Оно просто уничтожает все. О-о-о, вот это уже будет помощнее. Пацаны, вы готовы? До того, что даже с бессмертием нас будут убивать эти все бомбы. Ой, туда. Ой-ой-ой. Ребята, начинается моща. Я вижу, как колеса летят, пацаны. Кому надо колеса? Собирайте быстрее. На металл зададим. Блин, реально мощь. Так, пока мы не будем еще ставить новую технику, мы эту не разрушили. А это что за туалетная бумага? Ого. Я бы не хотел ей жопу вытирать. Здравоопасно. О, у нас есть какой-то Марк 77 и нарисовано крыло самолета. Значит, она сбрасывается. Ну-ка. О, прикольно, это которая напалмовая, типа, бомбочка у нас. Ну, такая так и называется, напалм. Так, poison gas. Газовая кабака. Ого, она так легко бросилась далеко. Ну-ка. Ну, газовая, да. Что-то ничего там я не вижу. А сейчас будет, наверное. Нет. Я знал. Просто газовая. Это как Гусанёк пердит, похоже очень. Так, так, это не работает. А, нет, вот смотри. О, радиация, так как мы бессмертные. Даже это не радиация, это вирус какой-то. Так, поехали дальше. Вик, это у нас называется VX-газ. У меня поменялась цветность карты за то, что я отравленный. С меня вот вирус идет, да. Да, я понял. Так, давайте мы пока загрузим сохранение, потому что нам надо сейчас будет технику разрушать. Так, поехали дальше. Следующий пак переходим. Ребята, сейчас будет все мощнее и мощнее. Что? Куда я дерну? А, ну мы ж по порядку. Ой, блин, да я чуть-чуть ее коснулся. Что за бред? Вот это мощь! Нифига себе! Я бы даже полет не работает. Оно сразу сбивает его. Блин, я ничего не вижу. Но мне кажется, там техники нету. Давайте просто хотя бы чуть-чуть полетим, посмотрим. Не. Тут просто черное пятно. Все почернело. Нифига себе оно жахает. Так, ладно. Загружаем заново. Это было мощно. Блин, почему я только ее немножко коснулся, она сразу активировалась? Эй, это что за пиписька? Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Вступайте в наш Дискорд, Телеграм. А в Телеграме еще проходит у нас розыгрыш Гаррис Мода. Так, ну что, поехали дальше. КБУ-52У. Тихо, тихо, да. Тихо. Это я немножко этот просрал. Я не буду сильно далеко бросать, хочу эти взрывы в притирку смотреть. Ой, прикольно. Цепная реакция. Хорош. Так, это у нас GXM-11. Мне кажется, какое-то название такое интересное. Это как будто трассирующие должны быть выстрелы. Вот я так и знал.
Давайте попробуем эту же бомбу просто кинуть прямо в танки. Может, не получится идеально. Хотя четко, смотрите. Идеально. Давайте посмотрим просто результат от этого взрыва. У гусениц... Ой, у гусениц танки поотрывало. Ого, это просто металлолом, вы понимаете? Все, ничего нету целого. А ну-ка, поехали. Поехал. Оно не работает. Давайте хоть какой-то танк будет рабочий. Не. Печально совсем все танки чувствую. Так, хорошо, давайте опять загрузим. Чувствую, это будет сегодня очень часто происходить, потому что разрушений будет очень много. Поехали дальше. Джидам. Попробую еще раз в танки красиво попасть. Я уже потренировался хорошо кидать бомбы. Бу-у-у. Ой, колесо. Что это сейчас было? Глюк от танка. Неплохо. Кстати, оно разрушается, но машины при этом не взрываются. Ты что, ну-ка. Воздушный удар. Вот это было эпично. Бомба называлась Liquid Iberius. Кстати, прикольно, да, зеленый дым смотрится? А он отравленный? А, у нас же бессмертие, он может все равно как-то... Да, наверное, скорее всего, он отравленный. Ну, я еще до зеленого дыма, я, кстати, ни разу не наблюдал, чтобы так было. Так, сохраняем заново. Загружаем, скорее всего. Полетели. Т-12. Ого, кабака. Да, это с этого потом жидкий металл сделали. Прототип жидкого металла. Ого. Блин, оно так мощно взрывается, аж дрожит все. XMI HEB. Попробую четко попасть. Практически попал. Бум. Это было мощно, ребята. Реально мощно фигачит. Переходим к следующей папке. Light Bombs. О! А что оно? Я ее запрограммировал. Что, она за мной тяга? Эй, отвали! Ты дурачка, отвали! А, хорошо, что я бессмертный. Блин, она к ноге прицепилась, как-то клейкая бомба. А ну подойди к ней. Да, это липучка, походу. Как GTA 5 это. Что, она взрывается, не? Такой сейчас был звук. А что-то... О, взорвала. Прикольно, кстати, танк даже смог уничтожить. Представляете, как красиво кинул? Lab 100 LB. Ой, красиво летит. Бум. Lab 50 LB. Это малюсенькая уже. Или пиздричка. Ну, как петарда какая-то взорвалась. Нитроглицерин. Ой, блин, аж... А, его при малейшем, короче, его столкновении он будет взрываться, смотрите. Нет, я вот его трогаю, он не взрывается. А чуть-чуть подброс, смотри, чуть-чуть даже. Видишь? Вижу. Так, поехали дальше, какая-то бутылка кукер. Кукер? Молоко. Молочко. А чё, она не взрывается, не? А ну-ка, может, надо сильно ударить его? Нет. Чё? Ну, она голима, может, не обращай внимания. Так, поехали. Какое-то у нас ведро. Вот. Шрапнель-бомб. А, шрапнелевая? Она свистит. Она свистит? Чайник свистит. Ой, подождите, хочу ближе кинуть. Ну-ка. О, прикольно. Видели, как осколки разлетают? Получается, она как поджигает. Давайте попробуем до танков добросить. Не обещаю, что получится. Хотя получится. Смотрите. О, класс. Офигенные вот. Эффекты. Смотри, чайник свистит. Она и сейчас... что будет сейчас? Давай посмотрим. Газовая атака. Сонек, ты меня обманул. А, нет, не обманул. Нормально на передела. Так, поехали дальше. JX-M10. О, ребята, начинаются уже коровы, понимаете? Уже начинается моща. Это взрыв. Офигенные эффекты. Вы заметили, насколько круто эффекты реализованы? Необычно. Это не наши бомбы, которые мы обычно снимаем. В принципе, этот пак даже можно оставить в коллекцию. Он 140 мегабайт всего весит. Ну да. Это немного для таких бомб. Ну и будет интереснее. Давайте еще раз я эту бомбу кину, все-таки. Ну, слабый радиус. Ой-ой-ой, что-то уже идет мощное. XNI 500 LB. Опа. Недалековато ли я ее кинул? Ну, я надеюсь, что она будет очень мощная. Нормально. Нормально. Поехали дальше, мы должны сегодня все... О, мины! О, можно потом. Ой, мины. Мины. А, ой! Ой! Ого! А сколько раз она взрывается? Это что за бред? Косяк. Ничего себе! Вот это жестко лупит.
бесконечная. А, это типа поле? Не, а что она бесконечная? Вроде нет. А, просто один раз взорвала. А, нет. Че? 40 раз. Так, и вот такая у нас еще есть. Тут типа минное поле, короче, образуется такое. А, ну разбрасывает типа, да? Ну типа того, да. Вот, вот давайте попробуем эту бомбочку кинуть. Бомба-ловушки. Да хорош взрываться. Да что это? Да хорош. А что, наверное, не активируется эта мина? Слышь, да хорону мина, ну что ты? Это реально какая-то читерская штука, вы заметили? А чего она в 40 ступает? Да блин. Ого, меня откинуло! Ничего себе! Ты как, вы заметили, какая-то читерская штука на самом деле? Ну успокойся уже. А все, все. Гаррисмот, ну не психуй. Блин, реально мощь. А, блин, плохо, что ее нельзя на технику бросить. Даже если я ее активирую и брошу сразу. О, сейчас опять будет 40 раз. Нет? Может, она не будет взрываться? Попробуй сейчас я под технику подтянуть. Да-да-да, под танк какой-то. Вот, давайте посмотрим, как это будет происходить. Ого! Танк улетел. А, все? А, нет. Танки танцуют! Брейк танковых! Блин, прикольно смотрится. Так, хорошо. Продолжаем дальше, потому что впереди много бомб у нас. Так, переходим к папку. Называется миск. Так, это голимая вышка вонючая. Вонючая лестница. О, газовый баллон. Интересно, как он взорвется, будет шипеть? Ого, красиво взорвалось, кстати, очень громко. Попробую на танк бросить. Может, попаду как-то по технике. Прям в машину попал, представляете, как метко научился бросать. Так, wild fire бочка. Американец, я хорошо читаю. Ого! Что за радиация? Ничего себе красиво! Ребята, ролик 100% заслужит вашего лайкосика. Это что за кабака? Это НЛО, что ли? Да это, короче, анализы гусенька там. Радиоактивные. Радиоактивные, точно. О, какие-то ракетки у нас пошли, ребят. Что такое? Столько шума, да, а толку? Туда. Блин, прикольно, да у них цвет дыма? Где взрывы? Они, наверное, настолько маленький радиус у них. Посчитал. Что так тихо? Так. Ну-ка. Что такое? Слабые, очень слабые. Мне кажется, они каких-то для других целей используют их, да? Может быть. Во, что-то уже побольше. Давай прям танки? Нет. Ой, красиво. Похоже на ядерку, да? Ну, на, как ядерка точно не взорвется. Даже звук не доходит, настолько они слабы. Это на что-то похоже? Не буду говорить, на что похоже. Ну, ладно. О, крылатая ракета. О, это имба. А можно на нее сесть? Попробуй. Только не получится. Ой, красиво. А ну. Давай, садись. Ты хочешь сесть? Да, держи. Давай, я держу, держу ее. Давай. О! Подожди, надо мне ее так задереть повыше. Гусанек, прощай! Гусанек красиво летит. Полет. Я ровненько лечу. Ну и видишь, профессионально запустил. Еще и вверх пошла! Давайте посмотрим реально, как будет взрыв. А мы, наверное, не прорисуется в гаррисмоде взрыв. И вниз! У них топливо заканчивается, у них есть топливо, оказывается. О, прикольно. Ого, кабака! Нифига себе! На дурачка. Куда она полетела? Куча дыма. Вот это она здоровая. Кстати, она пытается выровняться. Ого, взрыв! Мощь! О, такая есть ракетка у нас. Ой. Ой. Красиво. А подожди, подожди, непонятно, что, куда? Нет. А, вот полетит. Кстати, как реально слониха какая-то летит. Ну, красиво смотрится. Интересно, будет взрыв? Когда, кстати, по прямой не будет, а вот так сбоку прорисовывается. Гаррисмот очень странно работает. Ну все, полетело. Что? А что танк летит? Это что сейчас было? Давайте попробуем ее вот так запустить, прям в наглую. Ой. Ну, прикольно.
Ого, ребята, вот это... Что это за ракетуха? Это для чего вообще? Не знаю. Сейчас она, короче, немножко топливо свое использует, и мы ее отпустим. Пусть разгонится. Это чтоб луну взрывать, да? Наверное. Ну-ка. Давай, и в танки прям. Ой, красиво попал. Кстати, разрушаемость, да, довольно-таки, ну, слабая для такой ракеты. Так, поехали дальше. В2. Ой, ну это стандартная ракета, но может быть эффект другой. Сразу вверх. Так как-то. Ну да, она по старой схеме хорошо летит. Ну-ка, интересно посмотреть на взрыв. Что за этот песочный взрыв? Ну да, там песок был заряженный. Так, антиматерия. Это уже ядерные пошли. Ты думаешь? Давай посмотрим. Ну да. Ого! Где танки? Танки, вон они разлетелись. Все поразлеталось. Еще раз. Вас тоже откидывает? Да. А что, она может сейчас притянет все назад? Может такое быть? А ну вот я отключил полет, давайте посмотрим, притянет, нет? Очуметь, классный пак. И что? А и все, просто откинуло всех. Блин, какое красивое небо, смотрите. Да, это бомба была, кстати. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же кластер нюк, что ли? Это там написано, там, короче, нарисовано, что-то будет 20 взрывов где-то в одной. Ну понятно. Это запрещенная бомба, нельзя. Хотя ладно, можно. Она просрала? Да. Сейчас, так, надо ее сейчас подорвать. Как раз далека будем наблюдать взрыв. А, ух ты! Это эпично! Танки летят. Я вижу, ловите танки! Ого, даже бессмертие сняло с нас! Надеюсь, Гаррисмот не вылетит. Сколько взрывов происходит? Я даже не понимаю. Что творится, ребят? Ну как и обещали. Самый эпичный ролик, который можно было наблюдать на твоем канале. Это жесть. Ну нафиг, я не буду ждать, пока у нас вылетит Гаррисмот, а скорее всего он вылетит у нас. Короче, теперь я знаю, что в конце ролика будем взрывать. Что? Ага, я понял. Гусенек же любит все взрывать. О, Fat Man. Это стандартная бомба, но она, кстати, не будет так взрываться как-то. И прям подальше. Ну, блин, это прям бочка тяжело кидается. Всю технику опять снесло. Просто один мега взрыв. Смотрите, какие кольца в небе образуются от этого ядерного взрыва. Блин, сейчас начнется еще мощнее, ребят. Это ж не самое мощное, вы понимаете? Сейчас будет дальше, да, жестче. Get. Правильно? Get. Гаджет. Да, гаджет. Ага. Это максимально, что я смог ее бросить. Почти до контейнера. Вы заметили, что у всех бомб разные эффекты? Да. Ой, там кого? Что стан? Танк? Он, короче, решил выпилиться с ролика. На рельсы пошел. Кстати, эффект, видите, нема кольца вверху, по-другому сделано. Офигенный пак. Кстати, очень оптимизировано. Не хуже, чем наш пак, который в коллекции. Только одна будет не оптимизирована, которую Гусунек уже решил взрывать постоянно. Так, Иви Майк. Это ракета? Нет. Так, ребят, надо побольше рычаг взять. Рычаг? Ну-ка. Ой. Вот это жахнуло! Танки, это что-то мега мощное. Танки что, живые там? Да. Вот это нормале! Ребята, в конце ролика еще будет очень классный тест, потому что у нас там есть холодильник, который может сдерживать ядерный взрыв. Мы как раз его и проверим, выдержит он ядерный взрыв или нет. Но мы сейчас до него дойдем. Мне начинает нравиться этот пак. Little Boy, маленький мальчик. Как Саша. Как Баунбой. Ой, синий. Танки, вы как просто это? Загорелись танки, вы видели? Да, да, они просто вспыхнули. Представляете, насколько большая температура? Я полечу туда, я хочу посмотреть это в призи. Нет, от радиации просто нифигашеньки не видно. Это мощно, это очень мощно. Некоторые еще танки целые там, поэтому будем дальше взрывать их. Так,
Радиоактив баррел. Радиоактивная бочка. Кидай. Куда же? Она просто, наверное. И все? Да. А, да, здесь радиация просто образовывается и все. Так, два на всякий случай почистим карту. Потому что сейчас будет намного жестче, пацаны. Намного. Так, царь-бомб. Ну, все знают, что царь-бомба это что-то... О, давайте, чтобы я ее далеко взорвать, я ее кину на край карты. Давай. Блин, она не кидается на край карты. Ладно, улетайте. Не, может сейчас взорвется? Да. Полет сбило. Прилетел почти, что меня... Ого, танк полетел в небо! Ребята, это самая мощная бомба, пока не что. Я просто вижу, какой ее радиус взрыва. Это мега мощность. А кластер нюк это еще жестче. Так, продолжаем. Так, а тут какие-то уже у нас ящички пошли. Это что за бочка дерьмовоска? Форсфилд, генератор какой-то. А, может надо для чего-то... Для чего? А давайте я попробую подбросить, что-то будет? Я вроде активировал ее только что. Она вроде что-то должна делать, типа... Ну, она как генератор, может, ее надо использовать для каких-то построек. Так это просто ящики у нас. Это просто радио. Давайте я покажу, что радио делает. Вы поняли, о, сирена. Я в этом. Антигравити. Это что-то интересное будет. А ну давай, бахай. Не хочет. А ну давайте повыше ее бросим. Ой, красиво, прям на танке летит. Смотрите! Офигеть! И что, так долго они будут в воздухе висеть? Ко мне давайте, тут весело. Тут весело. Блин, мы можем это использовать в роликах. Тут вообще песня. И что, получается, я могу ходить? Ну да. А, даже не ходить, а левитировать. Интересно, долго она будет действовать? Давайте хотя бы приблизительно засечем время. Это классно вообще. О, я маю на машине, смотрите, что я делаю. Закрутил машину. Так, мне интересно, это долго вообще будет продолжаться? Ну хорошо, пусть пока не слетает. Так можно троллить пацанов, да, когда гонки будем устраивать? Она ж, видишь, не на всей местности, да, видимо, мы что-то тут ходим, значит, в какой-то местности только будет гравитацию отключать. Короче, гравитация действует либо 30 секунд, либо минут. Аттракцион бомбс. Бомба аттракционом, что ли? Аттракцион. Веселая бомба. Ой. И что там? Это притягивает. Ой, меня туда притягивает. А, и все. А, чисто танки, поржать. Танки. А, не, у нас тут еще много всего, поэтому... Не, я уже похожую бомбу видел. Ой, далеко бросил. Называется Dark Material. Темная материя! На банку похоже. Черная дыра, что ли? Да, да, да. Затягивает. Ну, не затягивает. О! Она сейчас, наверное, сила. Давайте мы ее поставим вот здесь. Вот-вот, давайте, Dark Materia. Так, вот ходим. Это вообще классный парк. Так, интересно, затянет? И куда они денутся, если он их притягивает? Они исчезают просто! И я исчез! Нет, ты не исчез. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Блин, что творит? Вот что происходит, черная дыра, сингулярность. А машины исчезли, вы понимаете, их нету? Танк осталось только. А куда они делись? Они, похоже, исчезли. Они в параллельной вселенной оказались, все нормально. Бэкнемся. Так, Endotamic Bombs. Интересная штука. Ребята, начинаются вообще приколы. Какие-то интересные штуковины. Необычно для Гаррис Мода такое видеть. Ой, ух, это лазерный удар с воздуха, с космоса. НЛО, видите, замораживать должен. Разве? Непонятно, что это. Хорошо, вот такая еще хабака есть. Сейчас попробую прямо на танки бросить. Ой, угадал, четко попал. А что на тебе вообще? Не знаю. Может взрыв будет в конце? Ну ничего не про... Взрыв, воу! Они целые. Нет. А нет, подожглось, смотрите, горит. Ай, потухло. Ну такой, какой-то лайтов. Может это больше для живой силы рассчитано? Не знаю. Флэшбэнк. О, это флешка. Флэшбэк. А ну-ка. Ой. Ослепило вас? Вообще. Фьюжн бомбс. Ловлю. Ого, ишь, исказило пространство. Класс. Закрутилось все. Ну, техника целая. Ой-ой-ой-ой-ой, гиперсоник бомб. Подальше хочу ее бросить, надо очень большую такую длину взять из гана.
прям на машину. Что? Эй, ребята, вы куда, мужики? И что, он сейчас просто упадет? Да. Так. Прям жесткая гравитация прям подняла вообще. Тогда высоко колеса там приземлилось. А что с колесами? Да какая-то мусорка, а не машины. Это свалка уже. Представляете, в реальности такое оружие существовало? Это реально было читерски как-то? И подкинул, видели, так, ну как девятиэтажка подкинул, он высоко, очень высоко. Да. Фотон торпедо. Что? Вы видели, как она быстро? Красиво! Ну, нацелься на танки. Да-да-да, я так и сделал, стой. Это гроб. Это какая-то инопланетная... Попал, четко. Красиво разлетается, кстати. Да. Ну, нормально, пойдет. Давайте все-таки загрузим новые машины. Потому что мы не будем понимать, какой урон наносят эти бомбы. Так, Red Matter. Matter? Matter. Из тачек? Который... Да. Воу, да что ж за эффекты это, крутые? Это дыра тоже, только красная. А может, которая раскидывает, а не притягивает. Ой, притягивает! Ой, я тут поженился с танком, все нормально? Я стал дулом. Я... Это... Башня. Ну и что это будет? Ну дольше действует. Может, в конце взрыв будет? Да. Офигеть! Что за бред? Останавливается. Ой, меня выбросило. Нормально, нормально, так пойдет. Один танк остался. Тогда. Так, загружаем новые. Короче, офигенно все сделано. Так, Repulsion Bomb. Давайте попробуем опять в танки попасть. А, ладно, эти криво полетело. Вообще для гонок, ба. Сирена. Отталкивающая бомба это. Сингулярити бомба. Сингулярная бомба. О, знакомая, кстати, вообще. Опа. Давайте посмотрим. Формируется. Они по внешнему виду похожи, но эффекты вообще разные. Оттягивает, притягивает. Оттягивает, притягивает. Вот это, оно то, короче, вперед, то назад. Отталкивает и притягивает. Машин. Это жесть, это очень сильная жесть. Это трындец. Представьте, когда будем в мультиплеере играть, это за штуку повзорвать. Не, знаешь, это, короче, которая сделает 20 взрывов. Ну да. Так, что, долго он так будет? Упа. Все. Все. Что с машинами? Ураган. Вообще. И пролетели назад. Так, поехали дальше. Пейснюке. Космическая бомба. Только там уже ничего нету, нема что взрывать. Красиво! Так, давайте мы загрузим все-таки технику. Непонятно, насколько урон мощный. Так. Суперсоник бомб. Уже было похоже, но это какая-то маленькая. Что же она, интересно, делает? Далеко ее брошу специально, чтобы наблюдать этот взрыв. Ой. Ой, оглохнуть можно. Страшно, она, наверное, тоже должна подбрасывать. Давай попробуем. А давай попробуй в танки бросить ее. Тебя приблизительно. Какая-то звуковая бомба, может? О, четко попал. Она послабее чуть-чуть. Наверное, звуком оно поднимает. Ну да, глушит всех. И давайте все-таки проверим, как я обещал, холодильник. О, гусунек залазь в холодильник. И бессмертие надо... Давай я отключу всем бессмертие, и мы как раз посмотрим. Мы умрем, а ты нет. Это будет очень круто смотреться. Надеюсь, холодильник реально сдержит. Ребята, можете написать в комментариях, выживет гусонек или нет? Все, ты сидишь там? Да. Все, давай, взрывай бомбу. Давайте что-то мощное, да? Нет, давайте вот это сначала. Бомба. Жив. Хорошо. Не, ладно, ладно, давай что-то. Это было не сильно мощно. Вот какую бомбу взрывал. Санёк будет прям в эпицентре ядерного взрыва. А я умер. Не сработал холодильник, ребята. Так что если вы будете в холодильнике возле бомбы находиться, вы умрете. Ну, короче, для прикола его добавили больше, и все. Если вам понравился этот ролик, где мы тестируем классные бомбы, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и все, пока. Гусунек все-таки решил взорвать мощу.
все, бабах, туда.